One thing I want to say. Я хочу кое-что сказать. Because knowing Krishna is very good. Knowing God. So we cannot know God without her pleasure, potency, шакти. Знать Бога только, но нельзя Бога познать без его шакти. Krishna himself cannot understand. Кришна сам себя не может. Without our шакти. Без своей шакти. You have Bhagavad Gita, read in Russian. You have Bhagavad Gita or not? Bhagavad Gita. Prabhupada, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, who Gurudev, whom you asking? To you. Bhagavad Gita, to me? Yes, I have, but not here. Where is this? Another room, go and bring. I have... Anyone has Russian? У кого-нибудь есть русская Бхагавад-гита под рукой? Просто у нас ремонт. У нас ремонт. Русская Бхагавад-гита у кого-нибудь есть? Сейчас найдем. Sorry, Gurudev, actually, I don't have just right now. Bora Priya. We found. Yeah. Russian, loud. Воистину, только ты, обе полные личности, источник всего сущего, властитель всех живых существ, Бога, Бога и повелитель Вселенной. Еще раз. Воистину, только ты, о Верховная Личность, источник всего сущего, властитель всех живых существ, Бог богов и повелитель Вселенной. Посредством своей внутренней энергии знаешь себя. What is meaning? It's Krishna is, Arjuna is telling to Krishna, really, you are God of gods, your source of everyone, and you know yourself, but by the energy, antaranga energy, your internal potency. You see, who is that? И кто же эта внутренняя энергия? I never try to learn that, means you don't know Krishna. То есть я не пытался понять. Krishna means Radha Krishna. Krishna же это Radha. They are one. Они одно. You don't want to know Radha. Если мне хочется только Радха. Only you want to know Krishna. Are he cannot understand himself without her. How you will know without Radha? Его без нее как вы сможете сделать? This is the logic. I don't understand myself without him. Без него. And you say Sadhu Maharaj is Sadhu Maharaj. I don't want to know him. Я можете сказать, я пришел к Саду Махараджу, мне просто Радха не интересен. Then how you will know me? Ну как вы узнаете меня без него? When I am together, когда мы вместе, then не слышно вообще я. Раде раде. Кришна is also. Приводите вы, пожалуйста. Раде раде. Раде Чаран, может быть, вы будете микрофон тогда переводить, чтобы не было двойного вот этого. Просто бхакты не слышат. Вот здесь Раде Говинда, он говорит, что не слышно. Может быть, вам просто, ну, чтобы это один был перевод. Не... Это Говинда Махини, я просто переводил для бхакт, которые здесь сидят. Да. Итак, Шрила Гурудев говорит, что... Я слышу ваш перевод. Я слышу ваш перевод, и он достаточно громкий. Но вот если просто вы говорили бы еще погромче, то просто был бы один перевод на Zoom, и это было бы, ну... She asking me to translate. Not just for them, but for all. Yeah. Шрила Гурудев сказал, здесь в этом стихе Кришна говорит, что я знаю себя лишь по милости Шримати Радхики. Что говорит тогда обо мне? Как я могу знать, кто такой Кришна, если
Если Кришна себя не знает без Шримати Радики, что я тогда могу сделать? Тут, например, здесь сидит Гопинат Прабху. Он знает меня. Вы можете прийти ко мне и сказать, да мне Гопинат Прабху не нужен, вы мне нужны. Но как вы меня узнаете без Гопинатхи Прабху? Я есть тот, только когда я с ним. Вот я с ним, тогда я тот, кто известен как Саду Махарадж. Подобным образом. Кришна познает себя с помощью своей же энергии. Это Радха. Поэтому вначале вам нужно понять Радху. И когда вы ее поймете, в этот день вы поймете и Кришну. Но я хочу знать лишь, кто такой Кришна. То есть, значит, я хочу понять Бога. Я хочу узнать Бога. Но в моем уме, с моим умом, с моим ложным эго, обусловленной природой, я не смогу это сделать. Обусловленное тело, а также независимая природа. Чтобы понять Кришну, таким образом не получится. Невозможно. Это не тот способ, которым можно его понять. Невозможно. Сейчас налаживают здесь аудиосистему, чтобы Шилгурдо было хорошо слышно. Вот там Прабху прикрепляет микрофон, поэтому перерыв технический. Technical interruption. То, о чем мы с тобой говорили. Он сейчас говорит о том, о чем мы с тобой говорили. Она первая. В тот день, однажды, поймете энергию Кришны. В этот же момент вы поймете и его, Кришну. Если вам нужно 30 лет, чтобы понять ее, значит 30 лет. Чтобы понять Кришну. В этом смысл. То есть так. Если вы хотите кого-то познать, вы должны принять прибежище у энергии этой личности. Это называется Рага Бхакти. So any place, Bhagavad Gita is only Raghavad. Любое место возьмите, Бхагавад Гита, там везде говорит Кришна о Рага Бхакти. Like Kripa, Sadhya. What is this? Например, сейчас только что Говинда Мохини говорила о Крипа-ситхах. Крипа-ситхах. What is Крипа-ситха? Кто такие Крипа-ситхи? Однажды я прочел в книге Наренга Сай Махараджа Венугити. Сейчас они ее не печатают. Но в этой книге упоминаются нитья ситхи и садхана ситхи. То есть те, кто достигли совершенства благодаря садхане, усилиям, и те, кто всегда совершенны. Нитья-ситхи всегда с Радой Кришной. Например, Лалита, Вишака, Читра, Чампакалат. Это нитья-ситхи. Они. А кто такие садхана-ситхи?
the gopis. Gopi. Who like to be Риши, Махарши. Это в прошлом великие мудрецы Риши, со времен Рамаяны. Они 60 тысяч лет совершали аскезы. Не 15 лет. Тысяч лет. Они совершали аскезы. И после этого они хотели отправиться к Кришне, чтобы встретиться с Рамой. То есть они хотели быть с Рамой, но для этого... То есть они хотели с ним войти в романтические отношения. Он сказал, ну так не получится, у меня обед, одна жена. А только когда в следующий раз я явлюсь как Кришна, тогда... Надо слушать с наушников. Потом олицетворенные Веды, Пураны, все эти писания ведические. Они всегда, они говорят, мы всегда служим тебе в форме книг. Я тоже, они говорят, эти олицетворённые Веды говорят, мы тоже хотим быть близки с тобой. Мы совершаем такую садну долгую ради того, чтобы быть с тобой. И Рама сказал, когда Кришна появится, вы все станете моими гопи. Они обрели, они практиковали, то есть они были садаками тысячи-тысячи лет, прежде чем обрели гопи-бхаву, настроение гопи. Они необычные личности. Это не так просто, как что каждый может стать гопи. Эти великие мудрецы, они стали гопи. И тем он закрывает, Наранга Самарадж, тему совершенства закрывает. Я начал искать других книгах. Где Наранга Самарадж пишет о крипаситве, о тех, кто достигли совершенства просто по милости. Я думал, думал. Однажды я уснул после дневного, после полудня. И он вошел в мой сон. «О, глупец!» — сказал он мне. «Что ты практикуешь? Что у тебя, как ты практикуешь духовную жизнь? Зачем ты ищешь крипаситху? Ты разве не знаешь?» Нет, не понимаю. Я хочу найти подтверждение из ваших книг. Но вы же не написали о них, о крипаситхах в своих книгах. Это Саду Махарадж говорит Наранга Госвами Махарадж. О, глупец, говорит Наранга Госвами Махарадж. Как я это напишу в одном параграфе, в одном абзаце? Даже в одной книге не смогу описать крипа-ситху, ситхов. Все эти книги, тысячи, тысячи книг, они все говорят только о крипа-ситхах, о тех, кто достигли совершенства милости. Как быть бхактами, получить их милость? Они крипа-ситхи. Вот это очень крипа-ситхи. Маймахини поняла. Желание быть крипа-ситхой. И Шрила Прабхупада пишет об этом, что он пишет, что благодаря милости я могу быть связана с моей Радикой. Это Рага Бхакти. You cannot understand anything without mercy.
невозможно понять ничего без милости Радхи. Рады, рады. Ничего. Это время нужно. 20 лет, 30 лет практикуют. Они приходят к пониманию. Они все пытаются 30 лет узнать о Кришне. Но как они узнают? Прочти, я им говорю, прочтите 10-15 с Бхагавад-гиты, как она есть. Тогда они начинают понимать. Они не верят. Потому что никто их не учил этому. Если вы знаете Кришну, знаете Радху, все знание будет получено уже. Так ведь? Большая работа нужно будет проделать. То есть, что значит большая работа? То есть, начнется ваше любовное служение. Вот преданность — это любовное служение. То, что вы можете сделать с любовью, это преданность. Если нет любви, и вы будете служить, значит, работаете ради денег, чтобы что-то получить взамен. А если у вас есть любовь, то вы не будете ожидать денег, какой-то награды такой. Вам нужна лишь любовь. Лишь любовь. Вы хотите служить. И когда станете преданными Радхи, тогда вы не будете ожидать им любви, вы будете просить лишь Бхаву Ласа Рати. Вы будете думать: о, Радха, твое счастье, мое счастье. Где я это получу? Такое настроение. О, Радха, ты счастлива, я счастлив. Счастлива. Я вижу тебя, ты счастлива, и это мое счастье. Это Радхадасья, служение Радхи. Это Манджари Бхава, настроение Манджари. Как мой Джананда Махарадж говорит, Уджвала Раса уже была. То есть любовное отношение к Богу уже было у Уджвала Раса. Столько говорили уже о Гопи Бхаве, о Сакья Бхаве. Любой. Но это не поможет обрести Стхай Бхаву, то есть сосредоточенность на своей утвержденной своей природе в служении Шримати Радхике. Слушайте, Гопи Бхаве, Сакья Бхаве. Манджари Садхана, если вы Радхадасья, тогда зачем вы говорите о преданных Кришне? Если это ваша сварупа служить Шримати Радхике, если вы говорите о Сакья Бхаве, настроении подруг Шримати Радхике, о Гопи, это означает, вы смотрите на Кришну, потому что это их настроение. Тогда как вы обретете Радхадасья на стороне служанки Шримати Радхике? Как вы сможете стать Радхадасьей? Вы будете так думать: Кришна, Кришна. Вы хотите, вы счастливы от того, чтобы обнять его, поцеловать его? Это и есть Гопи Бхава. Манджари никогда не будет с ним разговаривать. Они не хотят его слушать. Его льстивые речи. Это та тема, которая вне их внимания. Это то, что у них выключено в настройках слушать о Кришне. Они хотят слушать, как моя Радха. Как она счастлива, когда целует Кришну. Как она побеждает Кришну. И как она проигрывает в сражении с Кришной, или он проигрывает в сражении с ней. Радхичаран, прошу прощения.
Sorry, Gurudev, translators here in Zoom, other translators, they're saying that they cannot hear you because Russian now translation very, very loud. So they're asking to translate, me to translate, and that they can hear you more because properly. Because Karen is speaking into the mic, so your voice is not reaching you. Actually, it's not reaching the voice. That's why, Gurudev, we cannot hear your voice. My dear, I'm a crazy man, so I not take the mic because when I catch, then it is flowing to me. So I switch off my camera and I'm not so listening. First you decide what you want to do. Сначала решите, что вы хотите делать. If you want to be Radha Dasi, that is Mahaprabhu Father. Rupa Manjari, but say more than Sapa. Say more than Sapa. Это Рада Дасим, Шри Рупа Манджари Пада. If you want to be a gopi, very good. But you will get only Krishna. Вы получите только Кришну, но не Радху. You will say that Radha is my friend. Вы можете говорить Радха. What? You know why? Because if I'm a girl. Почему она будет подругой? Потому что если я девушка. And I would make you friend. And I, why make you friend? Because I like your boy, lover, your husband. See? Я могу подружиться с другой девушкой, потому что мне нравится ее парень. Understand? So I make you friend. Понятно вам? But I am waiting for the Поэтому time. Я буду дружить с ней. When I will get time to meet with you. This is friendly. Я буду поджидать время, когда я смогу с ним встретиться. Because I have a love with Krishna. Gopi Bhav. Sakhi Bhav is more. Gopi Bhav — это я люблю Кришну. Вот так она и происходит. Они дружат с Радхикой только из-за Кришны. You will get Krishna. But the friend knows of the day, the friend know you. But вы получите ваши отношения с подругой на или даже может быть драка. Right or not? It can happen or not? Так может случиться. She no fight, Rama is omni, but she not believe also. She not believe. Мы с вами не даже поверить в такое не можем. That you will care. Поэтому будьте осторожны. And when she will not believe, she will cut from the page, mana. To accept you, Manjari, her dasi. И она исключит вас из своих даси, если она об этом узнает, что вы за Кришну охотитесь. You will be never dasi. Because she had one doubt for you. И она никогда вас больше даси не сделает, потому что у нее есть маленькое сомнение по поводу.
Now you decide what you want to do. Then you put your stepping, which way you like to go. Just blindly jumping and jumping while going. Если закрытыми глазами просто прыгать туда и сюда по разным дорожкам, в чем смысл? Выберите одну и постепенно двигайтесь по ней. Right, yeah. Now you said. I said. Вы теперь делитесь, я уже не сказала. You have to know what you are doing. If you don't know what you are doing, then it's a vain, it's useless. Вы должны знать, что вы делаете, иначе все будет зря. Все будет зря. Кто-то хотел сказать? Рада, рада. О, Ананда Майя. Рада. Я хотела спросить, чтобы понять Радхарани, ту, которую не понимает сам Кришна, что я должна сделать? Я должна полагаться на милость Гуру Манджари? Как я могу понять Радику? Ananda Maya is asking what to do if Krishna cannot understand Radhika's moods. What should I do to know her better, my Swamini? To rely on my Guru Manjari? Isn't understand. But we material conscious people not understand. And we are so conditioned that we want to become Krishna. We want to become Radha. Then we create hellish planet for my life. This is Sahaja. Проблема в нашем материальном уме. У нас настолько сильное материальное самоотождествление, что мы сами стремимся стать Кришной, стремимся стать Радикой. Мы все пытаемся этим материальным умом это отождествлением понять, но это приводит обычно только к сахаджи. This is not pure bhakti. This material body condition with the all dirty smell and dirty thing cannot be a pure. Материальное отождествление никогда не может быть чистым, потому что мы нечисты, вот, все состоим из грязи. Yeah. This cannot be a Radha Krishna. Мы сами не можем. А Radha also all understand. The devotee has to understand. Purity is where, and from where, that place we have to see. We have to develop bhajan. Without chanting, without devotion, this realization will not come. Реализации не придут от просто, да, от нашего материального вот этого, ну, нечистого состояния. Нужно выйти в чистоту для того, чтобы начать понимать, что такое чистота. Это пространство нашего баджана. Если мы не воспеваем, если мы не совершаем других ангбхакти, если мы не совершаем баджан, мы не сможем ее понять. Why not Prabhupada give in beginning prem bhakti? Почему Прабхупада не начал с према бхакти? Почему он это не дал первым? Because I have a animal buddhi in my mind is animal. We want to become Radha Krishna. Он видел, что в нас сидит животное сознание, что мы сами стремимся быть Радха и Кришна. It's not like that. We are conditional soul. We have to do the Vaidhi Bhakti to develop purity inside me to understand that I am a soul, not body and sense enjoyment is happening with Radha and Krishna. Understand? Дал Вайди Бхакти, этот процесс, который просто позволяет понять, что я духовная душа, что я не хочу наслаждаться сам как Радха и Кришна, что я хочу им служить. This, for this reason,
we not get the guru and his spiritual life, then we are doing mistakes. This is not a way. I am not a guru for that. Sorry, Gurudev? I am not my right teacher for these things. I can tell you pure bhakti, not sahaji. I don't know that. Если вы хотите, чтобы я вас учил, как наслаждаться в жизни, то я не тот гуру, который вам нужен. Я учу только чистому бхакти. Вся эта сахаджи — это вообще не про меня. Understand? Понятно? I never practiced how I can explain you. Я это никогда не практиковал. Как же я вас могу этому научить? Наслаждаться. Do not practice this, how I can explain that. Никто не может научить тому, что он сам не практикует. He teach me pure bhakti, and I practice that, and I can share you, I can advise you for that in Raga Bhakti. Меня мой учитель учил чистому бхакти, поэтому я тоже учу этому, я знаю только это, как это практиковать. When my Gurudev asks me, what you want? Меня мой Гурудев спросил, что ты хочешь? I say, what you want to give? А я говорю, а что вы хотите мне дать? He said, there is food bad bhakti. One is Bhaji Bhakti, one is Raga Bhakti. Он сказал, есть два типа бхакти, Вайди Бхакти и Рага Бхакти. Что ты хочешь? What is meaning of Bhaji Bhakti and Raga Bhakti? Я спросила, в чем разница между ними? He said, one is only activities, Bhaji. You have to do service, you have to be pujari, you have to be this. Service. Devotional. Первое, он сказал, Вайди — это телесная активность. То есть мы очень много бегаем туда-сюда, мы пуджарим, занимаемся различными практиками преданного служения. Then I say, what about Raga Bhakti? He says, loving. Я спросила, что насчет Рага Бхакти? Он говорит, а это про любовь, это путь любви. He said, I say, then I can love with this body? He said, no. Я сказал, я что, в этом теле уже могу полюбить божественно? Он говорит, нет. You have to realize your sarup. Тебе для этого нужно осознать свою сварупу. He said, what is sarup? I asked him. Я спросила, что значит сварупа? The soul. When they get fond of the your devotion. Это so, когда душа принимает форму твоей преданности. The form that is consciousness position, and that form is the spiritual body, and from that spiritual body you can practice devotion. Then Raga Bhakti will start. Наше изначальное положение — это и есть вот это сварупа, да, наше духовное тело, которое сотворено из желаний служения в духовном мире. И тогда, обретя это духовное тело, только тогда ты можешь начать Рагануга Бхакти. It's a very difficult thing to do. Он сказал, это очень сложная вещь. But I say, any difficulty I will do, pass on. But I want Raga Bhakti Gurudev. Я сказал, я готов к любым сложностям, но меня привлекает вот эта Рага Бхакти. Я хочу этот цитат. And I say, and by his grace, by his mercy, what he showed me, I'm trying to help.
и он по его милости, он меня обучал, и я обучался у него этому типу бхакти. Still I'm learning. I'm not learning. But by his grace, by his help, I'm sharing to all. I have no qualification and no much reliance. Я сам все еще учусь, но по его милости, по его, он дает мне силы и вдохновение делиться с вами, обучать вас, хотя я сам все еще нахожусь в процессе. Давайте читать. Thank you. It's okay. Ананда Майя. Все нормально, да? Да, спасибо большое. Просто я не верю, что у меня получится. Так очень благодарна. Спасибо большое. She is very grateful, but she's saying that I don't believe that I could do this. Not believe, then not take shelter of guru. Change other guru. That is better. Here you have to believe Guru words. What is Sharanagati? Sharanagati, to follow the words of Guru, he is a navigator. Гурудев говорит, что нужно верить словам Гуру, что получится. Если ты приняла прибежище у Гуру, значит, он тебе дает это обещание, что у тебя все получится. А если ты не веришь, у тебя есть такое неверие, значит, может быть, это не тот Гуру, который тебе нужен. Потому что первое, первонаперво Гуру Бхакта совершает ему шаранагати, то есть полностью предается. Гурудев — это навигатор. Comfort, navigator. Спасибо большое. This is the work of Guru. Какова работа Гуру — быть навигатором? When you have to walk, you have to keep it. That he will show you. Вы когда идете, вы ориентируетесь по компасу, он вам стрелка показывает, куда идти. But what is the goal? Compass? Ваш компас или Иштадев, кому вы идете? Какая цель? Who is the goal? What is the goal? Gurudev. Какая цель, Гурудев? Компас is my goal, my life. Компас — это цель? This is the goal? Нет. Who is the goal? Рада. Рада. Understand? Понятно. I am not a goal. Я не цель. Спасибо. Never. This is not my teaching. My Gurudev not teaching. Compass is never goal. But I took the shelter means I shelter means. Sharanagati. Sharanagati means I will follow your way. I will not deviate from that. That is Sharanagati. Understand? Что такое Sharanagati? Когда я беру компас, и я верю, что по компасу я дойду туда, куда мне надо. То есть у меня есть цель, у меня есть полное полагание на вот этот прибор, да, на мой навигатор, я верю, что при помощи навигатора я дойду туда, куда надо. See the Bhagavad Gita? Prabhupada, any place, come to me, and the goal of you, show me. Покажите, always где... you say Krishna. В Bhagavad Gita пишет, что цель я, что я ваша цель. Нет, он изъявляет. Famous Bhagavad. You no understand what you're reading. Читание Чаритамриту, Шримад Бхагаватам. Where you find it that Guru is the goal? Где вы там найдете Гуру, эту цель? Нигде этого не написано.
Sharanagati, compass. Listen, compass. Follow that. That will reach you. And not go to supermarket, change your compass. Следуйте своему компасу, выберите один навигатор, выберите цель, которую он приведет, и полагайтесь на него. Не надо бегать в супермаркет и менять компасы. Спасибо большое. Okay. I answer your questions. Я ответил. I will see that, then I will again question. But I'm not happy what you are doing. You are not happy? Sorry, Gurudev, sorry. I'm not happy what she is active. She has to change her things. Гурудев, Ананда Майя, Гурудев говорит, что он недоволен. Он недоволен. То, что ты делаешь, ты должна поменяться, что-то поменять. Мы можем позвонить Гурудеву потом вдвоем. Да, спасибо. Я говорю, вижу. Вижу лицо и по лицу я понимаю, о чем человек думает, о чем ты думаешь. Yes, other subject. Go on. Давайте. Yeah. So let's read. I continue reading Sri Radharasa Sudhanidhi, and we were reading verse 27, and let's continue with verse 28 today. Продолжим читать Радараса Суданидхи 28 стих. And mm-hmm. And the best verse in Sanskrit. I need time, maybe, no? Something to consider. Manju svabhavam adi kalapalata nikunjam vyanjantam atuta kriparasa kunjameva premamrta buddhim agadam avadham etam radha bhidham trutam upasraya saducheta. O saintly mind, O svetoy um, quickly take shelter of sweet natured Radha. Медленно прими прибежище сладкохарактерной Радхи. Who is like a grove full of wish-yielding vines? Которая подобна роще полной лиан. Who reveals a wonderful abundance of powerful rasika compassion? Которая открывает изумительное богатство могущественного сострадания расика. And who is a deep and unbridled nectar ocean of love? Которая является глубоким и неистовым океаном нектара любви. О, saintly mind, not demoniac mind. Translate. О, святой ум, не демоничный ум. If your mind becomes saintly, then you will do it. And there are some demons are sitting in your mind of false ego. You will never do. Если в уме все еще сидят демоны ложного эго, тогда ничего не получится. What is demon, you know? О каких демонах речь? Your false ego is demoniac. You know, false ego. Ложное эго — это демон. Understand? Our false ego, that I am this, is my demon.
ложное эго, что я являюсь вот таким. Это мое ложное, демон. Ложное. And pretty much means he only thinks my goal and I'm the central centrally person because the mind becomes centrally, so behavior becomes centrally. Святой ум, он что делает? Он думает всегда о своей цели, о том, что он движется потихонечку в направлении. Святой — это кто? Тот, чей ум стал свят. Mind is demoniac. My behavior is demoniac. Ум демоничный, и действие демоничное становится. If my mind is demoniac, how to make saintly? Если ум демоничный, как я могу стать святым? That the process is this, that follow the instruction of your spiritual master. Sharanagati, the words of the spiritual master, if you follow and do bhajan, your mind will become centered. Процесс такой, нужно принять наставление духовного учителя. То, что он говорит, если мы это будем делать, то если мы войдем в процесс шаранагати и будем совершать баджан, то ум потихоньку станет святым. Yeah. Yeah. Then what will happen? Тогда случится. О, saintly mind, quickly take shelter. O sweet natured Radha. Yes, why cook shelter? I will not think. No, quick. Because they again false ego can catch you. Почему быстро? Ложное эго тебя снова может поймать быстро. Take sense. It's written here. More about translation. Immediately, don't delay. Delay. Why? Because now is essentially in 5 minutes it can be demoniac. Нужно дождаться, пока он станет святым, потому что через момент он опять может снова качнуться в демонизм. Нужно быстрее, не отлагая, принять прибежище в Радхе. Don't miss the chance, yar. Не упусти свой шанс. Quickly. Immediately. Не жди, прямо сейчас это сделай. Believe this false ego. Не доверяй этому ложному эго. Is a Kaliya. Он как Калия. When the Krishna will dance, then poison will not come. When the Krishna is not dancing on your head, full of poison will be there. That is my demoniac mind. Если Кришна не танцует на головах Кали, то у него полно яда, также на шум. Если Кришна не будет танцевать, то демоничность будет ходить. Можно я? Quickly take shelter of sweet natured Radha. Cool. Radha, what is Radha? Energy. Why are you taking her of her? Because she is the energy. Почему я у нее приму прибежище? Потому что она энергия. I love Krishna, so I need to know everything of Krishna. Without knowing energy, how I know Krishna? Если я хочу полюбить Кришну, я должен принять прибежище ее энергии, потому что без нее невозможно его понять. And what is the missing point in Krishna, you know? А чего Кришне не хватает? Only love. He created everything, but he cannot create one thing. That's
you cannot buy in supermarket, you cannot cultivate in agriculture farm. That is only love. Он создал все, но только не смог создать любовь, которую не вырастешь в огороде и не купишь нигде. And that energy can say what Krishna is hiding inside him. And also he's hiding. Он спрятал его. And us also. Natural. Love is hiding. Для нас любовь естественна. Jivan is sarup. Sarup means again constitutional position. And that is energy of Krishna. Netya Krishna Das. That makes us Krishna Das. Netya Krishna. When energy. Снова про сварупу речь, что мы нитья Кришна даст, речь снова об энергии. This energy, when I know, we are separate all the time. Я постигну эту энергию, смогу служить. Energy service of Krishna service is the one, you know? Энергия служения Кришны только одна. Two is one, Chaitanya. That is consciousness. Chaitanya means consciousness. Мы объединились в одно, в Чайтанье. Чайтанья — это сознание. And to who make you Chaitanya conscious? That is. And energy make you conscious. Without energy you are not conscious. Без энергии ты не можешь быть сознающим. Нет сознания. That is energy who make you conscious. Именно энергия делает вас сознающим. Creator create, but the creation is alive because of energy of that creator. Творец создал все, но все ожило благодаря тому, что было вложено сознание. How is living without energy? Как жить без энергии? Out of any creation, any energy is moving. Car moves because of energy, right or not? Без энергии ничего не двигается. That energy is Radha. И эта энергия — это Радха. That is Chaitanya, consciousness. That's where you see is nothing without both of them. If this is divine. То, что вы видите, действует по этому принципу, это божественное. And demonic want to keep out from there. In this consciousness to out, this is the game of the demoniac mind. Как работает демоничный ум? Он нас вытаскивает из этого состояния. Отделенность от любви. Yes. Да. Делать нас бессознательными, делать нас демоничными. Отделенность от любви. Чарам. Отделенность от любви, от энергии любви, потому что when она есть сознание его, сознание Кришны. Separate from the love, that makes us senseless, without feeling, without consciousness. Radhe, Radhe. And that is love. That is Radha, Radha. Whose flow is Dhara, one way. Radha, она же Дхара, однонаправленный поток, поток Дхара. Many ways we are from far. One way
из Радха. Если множество дорожек, это множество дорожек. Но если один поток, это путь Радхи. So, can I add? Yes. Шри Гурудев спросил, каким образом ум может стать святым? Loud. Шри Гурудев спросил, каким образом ум можно сделать святым? То есть я душа, у меня есть ум. Каким образом, какие усилия могут привести к тому, что ум будет святым? Чарванадас Гасвами в Манашикше в наставлении уму в самом первом стихе говорит: Гуру Гоште, Гоштелейшу, Суджане, Бул Сургане, Сламан, Тришри, Намни, Браджа Ювана, Навадванда Шаране, Сада Дамба Хитва, Куру Ратим Апуру Титара, Ай Брата Шитруби, forget the last words, Абиече, забыл. Но смысл в том, что в этом стихе Шри Рагандас Гасами говорит: «О мой брат ум, я, держась за твои стопы, дридапада, сладкими словами, абьяче, молю тебя, пожалуйста, сададдам хитва, оставь на себя гордость». А ир-а, а, он говорит, развей беспрецедентную рати, страсть к служению своему штадевату, Шимати Радхике. Как? Сададдам хитва, оставь всякую гордость и… Гуру Гоште. Гуру означает служи своему духовному учителю, следуй ему. Вот. То есть оставь свою гордость, чтобы… Потому что ум, как недавно Шри Гурудев говорил, ум, ложное эго — это все тот мусор фактически, который нас заставляет страдать. Вот. Они дают нам ложное чувство независимости, которого никогда нету. Просто оставь, предайся духовному учителю. А проблема в чем? Почему не получается предаться духовному учителю? Потому что если я встречаю, я знаю, в этом мире так устроено, что когда я от кого-то завишу, я страдаю, поэтому не хочу быть зависимым, я хочу быть независимым. Но здесь в стихе говорится, сладкая, характерная, то есть та, чья природа сладка, Шримати Радхика, она очень милостна, она очень добра, она нам, Джамсам, как своим собственным детям, мы и есть ее дети. Она все лучшие чувства, вся лучшая забота идет к нам от нее. Вот. И гуру, то есть Радхадаси там, это тот, кто унаследует ее природу, тот, кто представляет ее природу, вот эту сладостную, милостью. И пока я не встречу такого гуру, я буду не доверять. Я буду думать, может, этот сад меня обманет, может, этот меня сад обманет. Я нуждаюсь в помощи, но нет доверия. Вот пока вот, это Шрила Наренга Свами Махараджа говорит, пока не встретите садгуру, вы не сможете поверить, вы не сможете, потому что должна проявиться эта природа Шримати Радхики. I thought until we will share, as Shri Rupanandas Goswami telling, until we will take shelter a lotus foot of Guru, means Sadadam Hitva, how can receive special rati for Shrimati Radhika? How possible? And why it's so difficult to surrender to Guru? Because before we found so many cheaters here in this world. But if Guru is real, means Radhadasi, her sweet nature coming to us through this dasi. So much mercy, so much taking care. Then heart become melting. And it will be not difficult. And you say one thing, dasi. What dasi will do? Что может сделать служанка? Что делает даси? Dasi will bring to the boss. Даси всегда приводит к своему начальнику. Right now, Dasi job to bring to the boss. Работа слуги приводить к своему начальнику. Yeah. This is the beauty of that. Yeah. Okay. Какова красота. О, saintly mom. Можно все-таки я поделюсь?
Кто там? Сам леди, сам Бхакти Макс Волсу. Можно я поделюсь все-таки? Харе Кришна, рады-рады. Гурудев. Преданные, можно я поделюсь? То есть, зная свою прайоджану, ну, чтобы прийти к своей прайоджане, мне надо сначала определиться со своей самбандхой, кто я такой. И мне нужна энергия, чтобы достичь. И вот эта энергия, я ее где могу взять? Заразиться у Гурудева. О, мой ум! Пожалуйста, посмотри на Гурудева, как он служит, и просто делай то же самое. Вот это и есть. Откуда взяться лобхи? Да посмотри, как они служат, и делай то же самое. Ничего не выдумывай свое, просто делай то, что они, совершай баджану крию, как Гурудев. Харе Кришна. Рады-рады. He's saying, Radharada Gurudev, Gaurapriya is saying that to attain prayojana, we need first to be in sambandha, to receive this sambandha. And how to receive this sambandha without energy? So this energy we must take, we could not take from anything that then from the guru himself. We should follow our Gurudev's mood, how he's serving, and just doing like he's doing, like he's serving. And in this way, we can get this energy from him. Something like this. No, I say, what is my prayojana? Какова моя прайоджана? First, what is our this? What is our prayojana? This is the question to Gaurapriya? Yes. Какова твоя прайоджана? Правильно, моя прайоджана такая, как у Гурудева. Моя прайоджана — это служение. Я соткана, я ну, хочу стать... Ну вот как Гурудев сказал, что... Мое желание, мое прайоджана — это служить, доставлять удовольствие любящей Радхе и Кришне, этой чите, этой паре, быть в служении. Это моя прайоджана. У Гурудева тоже такая прайоджана — служить, доставлять удовольствие Радхе и Кришне. И вот чтобы эту цель достичь, мне нужна шакти. Где я ее возьму, эту шакти? Наблюдая за Гурудевом, напитываясь этим настроением, зарядиться от него, заразиться от него. Вот поэтому и говорится: «О, ум, пожалуйста, иди к стопам Гурудева, не выдумывай своей какой-то методики, просто следуй за Гурудевом, и ты все получишь, и ты достигнешь эту цель». Это страстное желание, это как бы и цель, и средство, и мы его и достигаем, вот смотря на… Ну, не Гурудев цель, а цель настроения Гурудева, чтобы взять, чтобы достичь этой цели. Много слов, извините. Я подготовлюсь в следующий раз, чтобы сказать четко. Ну да, лучше покороче говорить, чтобы ну, не потерять да, все твои мысли. She's saying that her prayojana is like your prayojana. It's to be in service to divine couple, to Radha and Krishna. And to get this prayojana, we need some shakti. And this shakti we can take from Gurudev to see how he is serving, what he is doing, to take shelter of him. That's why in this verse it is said that, oh mind, please take shelter of Gurudev and surrender to him, because this shakti we can take only from him. Then, the goal is not Gurudev, it's Radha Mohan's goal, right? Да, поэтому ведь это Радха Мохан, это же не Гурудев. What is goal? Какова цель? What is my prayojana? Prayojana means what is I want. Что такое прайоджана? Это то, что я хочу. Какова моя прайоджана?
the written in the scripture, my goal to develop prem for you. В Писаниях написано, что моя цель — это према, према проезжена. What means to develop prema with Ishtadeva? Развить прему к своему Ishtadeva. If you develop prema with Krishna, Gopi Bhava you will get. Если разовьете прему Кришне, то это будет Gopi Bhava. If you develop prema from Radha, you will get the Manjari Bhava. Если прему к Раде разовьете, то это будет Манджари Бхава. What you want? This is Prayojana. Вот Прайоджана. Какую вы хотите? Right? This is Prayojana. Prem is the Prayojana. Understand? Према — это Прайоджана. Да, you say Sambandha. Sanatan Goswami is the Acharya of Sambandha. А то он ты сказал про Самбанду. Санатана Госвами — это Ачарья Самбанды. Relation, Sambandha. Sambandha — это отношения. So where to develop Sambandha? By the grace of Gurudev, I have to develop Sambandha with the Ishtadeva. По милости Гурудева я развиваю Самбанду со своим Ishtadeva. Understand? Понятно. And Avideha. What is meaning of Avideha? Абидея. Что значит Абидея? Who is teaching? Рупа Госвами. Рупа Госвами. Санатан, Руп и Рагунат. Три ачари — Санатан, Рупа и Рагунат. И Рагунат. Санатан, Рупа Госвами, what teaching? Абидея. Бога с вами учит Абидея. Абидея means I am Деха, separate from the body. Абидея, да, это Абидея, то есть мое тело, оно separate from my body. Отличное тело. Да, Абидея — это отличное тело. Деха means material body, separate from my material body to a spiritual body. Абидеха — это отличное от моего материального тела, то есть это мое духовное тело. That is Rupa Goswami. There is two bodies. One is material body and one is my spiritual body. Рупа Госвами учит, что есть два тела — материальное и духовное. No. But I forget my spiritual body. I am only living and practicing my material body. So I forget. Но забываю о своем духовном теле и преимущественно нахожусь в материальном. So Rupa Goswami is telling, no, revive your spiritual body. Рупа Госвами учит, как возродить свое духовное тело. And you do the love, prema, with your avideha body, spiritual body, to Radharani. Then she will accept. Physical body, she will not accept. И выражать любовь к Радхарани можно только через это духовное тело, потому что через физическое она не примет. My material body is male.
мое физическое тело, например, мужское. How you say I'm a female? Как можно сказать? Я женщина. You say to me male? Right? Да, мы можем сказать, ну вы ведь мужчина. Every female, even there is a nature to enjoy. Но даже женское тело материальное, оно не подходит, потому что в нем есть все те же самые тенденции к наслаждению, контролю и прочее. Enjoy nature is a male nature. Природа наслаждающегося — это мужская природа. Enjoyment tendency is a male nature. Склонность к наслаждению — это признаки мужской природы. And the female nature enjoyed by enjoyer. А женская природа — это наслаждать мужскую. If the enjoyment nature is there, is a male nature. Но даже в женщинах присутствует эта мужская природа, склонность к наслаждению своему собственному. So Radharani will not accept that without becoming female. Understand? That's the point. If you have a female body, but you are male. Because nature enjoyment is there. Why not translate in here? Yeah. The main thing, no voice. Прервался перевод, it was interrupted translation, I think because she interrupted her connection. Она, вот, когда сейчас говорил, что все проблема в том, что вся проблема наслаждающегося, то есть кем бы ты ни был в этом мире, мужчина и женщина, все обладают под влиянием материальной природы желанием наслаждаться, и тем самым они пытаются быть Кришной. Эго. Это проблема. То есть, а в то время как подлинная женская природа — это быть наслаждающей, то есть служить Кришне и его счастью. Без желания. Без желания. Взамен что-то получить, имеется в виду. Не без желания вообще, а без желания получить что-то взамен. Understand. So any male nature Radharani will not accept. Мужскую природу Радхарани не примет. Only she will accept pure female Gopi Bhav. That Gopi Bhav is a soul body consciousness. Только наше изначальное положение, только чистую женскую природу, желание дарить наслаждение, то Гопи Бхаву, духовное, да, самоотождествление женское. And that is my goal of life, prema prayojan. Цель моей жизни — это према, моя прайоджа. From Abhideha, from the spiritual body, we have to process. Мы должны действовать из нашего духовного тела вот в этом процессе Абидеи, Абидехи. То есть нужно служить из сердца, не из головы, а из сердца. So we should serve from the heart, not from the mind, but from the heart. No, from the soul, in your conscious position, from your siddha there. Нет, из души, из своей сиддхадехи, из своего изначального положения. Ну да, я так и говорю. Ну, от сердца — это от души, со всей душой, с любовью. Yes, she's saying, yes, I'm saying like this, that from the heart, it means from the soul. No, heart and soul is two parts. Нет, это две разные вещи, сердце и душа. When I will come to my Sarup consciousness, constitutional position, then my mind will
heart will become always living in sentient, they not deviate as time or fixed nature. Я буду жить в своем изначальном положении, мое сердце всегда будет зафиксировано в своей стае бани. That is Radha Dasi Manjari Bhava. Это стая Бхава, это Радха Даси, это Манджари Бхава, которая не отклоняется. This is the special gift of Chaitanya Mahaprabhu. Это особый дар Шри Чайтаньи Махапрабху. Thank you. Why you become so weak? After a long time I am seeing to you. Sorry, the first part, Gurudev, what you have said? Why she become so weak? Yes, я поняла. Он спрашивает, почему ты стала настолько слаба, я тебя так давно не видел. Гаурапри. You come to see me in Bulgaria, right? Мы виделись в Болгарии, да? Right? I remember you, right? Я помню тебя. Да, да, спасибо. My blessing, be strong, not bother. Будь сильной, все мои благословения тебе. I'm searching you. You come to see me in Bulgaria. How many years back? Мы виделись в Болгарии. Когда это было? В 15-м году. It was 2015. You see, I remember my Gaurapriya. Blessing. Gaurapriya. Все благословения. Спасибо большое. Happy to know you are doing good. Я хочу знать о тебе, что все у тебя хорошо. But I never see you in between. Но я тебя не видел, очень редко вижу. First time I see you today. Вот сегодня первый раз тебя увидел. Это особая милость Радхарани. This is a special mercy of Radharani, she's saying. Простите, пожалуйста, что меня не было. Я все время была в тени. Я все время наблюдала просто со стороны. She's saying that please forgive me. I was all this time I was in the shadow. I was like hiding. And I was like looking from a side. No problem. But you remember Radharani? That is good. I not talk about you that. Only I see you in half an hour. You don't know any, I don't know Russian, you don't know English. Ну это хорошо, что ты помнишь о Радхаране. И я, говорит, русский не знаю, ты английский не знаешь, что мы не можем общаться так легко. Да, у нас есть пакты. Но у нас есть Говинда Махини, она очень помогает. Ты английский знаешь, почему? Ты английский знаешь, можешь Гурудеву писать хотя бы. Join Russian Sangha is good for you. Okay? Okay. Будьте, говорит, в русской санге это будет хорошо. У нас русская санга растет. Спасибо. Господи. Yeah. Complete the line. Quickly take shelter of sweet-natured Radha.
who is like a grove full of wish-yielding vines. Wow. 100%. Wish-yielding vine. You know this? Only you think it will happen. Радха – это лиана, исполняющая желание. Что это значит? Значит, ты только подумал, желание уже исполнено. Because you think, I say one story. Я расскажу одну историю. They are lovers. When the boy goes after a long time to meet his beloved, he knows that one cat she has. So first he go to buy the biscuit for the cat. Because after a long time I am going, my beloved is angry with me. So how to please my beloved? I have to take the biscuit for the cat. By looking, when she will see me, that I am first taking care of her cat, then she will make it. Это история про двух влюбленных, как однажды парень очень долго не виделся со своей возлюбленной, и он знал, что когда он придет, она будет в гневе на него, поэтому он решил сначала купить какие-то вкусности для ее кошки, для того, чтобы, когда он пришел, она очень растрогалась, видя, как он заботливо кормит кошку прежде всего, и она тогда не будет так сильно на него злиться. The boyfriend, he went into in the house, the cat come and start loving to this, and he start giving biscuits. And she is watching from the wow, so much love to my cat, he's doing. Her heart melts. Когда этот парень пришел к ней в дом, кошка выбежала навстречу, он начал ее гладить и кормить ее этими вкусняшечками. Девушка, она смотрела из-за угла и думала, ой, какой он хороший, как он заботится о моем любимце, да, домашнем. Сердце ее растаяло. Why is he caring so much to the cat of her beloved? Why? He cannot be a cat of Radhika. Will not love. He will not bring food with himself. This Krishna will not take care of us. Кришна что, о нас не позаботится, если мы станем подобно этим кошкам, домашним питомцам, всецело преданным нашей госпоже, нашей Радике? Неужели Кришна нам даже маленькую, да, какую-то да, какую-то печеньку не принесет? Неужели он нас не поддержит, не приласкает? Our association is a cult, but what is that word? Wish-yielding vine. You wish and it will fulfill. Because this is the job, not your job to fulfill. I cannot fulfill anything of in my life, but he will want, he will fulfill all the things. Only you think, you become cut. Мы сами не можем выполнить свои желания, но если мы станем подобно кошкам или собакам Радики, нашей госпожи, то Кришна, он будет исполнять все желания, для него в этом нет никаких проблем. Desire wine. You will think and he will fulfill. Вы только подумайте, а он уже все. Cat of Radhika, you are Radha-dasi. Но надо стать Радха-даси. Такова красота этих отношений, как домашних. Я прав или нет? Why you make life complicated? Make life normally. Почему вы все усложняете?
Все очень просто. This is we shielding vine. Understand? Вот что значит лиана, исполняющая желание. Вам ясно? Cat cannot say what he likes. You know, not the language even, but his wish shielding is full failure, full, completed. Кошка даже языка не знает. Она не может сказать, что ей нужно, но за нее, да, все как бы решено. То есть для нее все исполняется наилучшим образом, хотя она сама к этому не прилагает усилий. Quickly take shelter of sweet natured Radha, who is like a grove full of wish-yielding vines, who reveals a wonderful abundance of abundance. What is abundance? Just more than. So much. Expectation. So much. More than expectation. Которая открывает изумительное богатство. Да, Гурудев спросил, что за слово. Это больше, чем ты можешь ожидать. Да, вот это богатство. Это больше даже, чем ты можешь подумать. Who reveals a wonderful abundance of powerful rasika compassion. Это богатство сострадания расика. And who is a deep and unbridled nectar ocean of love. Которая является глубоким и неистовым океаном нектара любви. So, no, that was the end of the translation of the shloka, and we should move on with the commentary next time. Комментарий начнем в следующий раз. Только прочитали стих. Рады, рады, груды. Рады, рады. Рады, рады. Рады, рады. Рады, рады, груды. Рады. Рады, рады. Раши рады. Да. Ему мат сидит. Рады, рады, Гуруда. Серьезно, мат хури, почему такая? Нос татха, баба, нос вид. Но, баба, I love you. Рады, Говинда, баба. Говинда Махини, знаете, как вот вопрос к ученикам Нараяны, да, кто сидит в подвальчике, Гаура Прия, к вам. То есть я вот слушал, да, и я не понимаю, ну как бы вы зачем пришли к Расику, в Садхи Бабе, да, к ученику? Ну то есть, по-моему, ну за 20-30 лет можно с Кришной объясниться, да, и то, что пример, показатель того, что мы здесь, да, мы накушались Вайди Бхакти, мы накушались этого Кришны. Мы хотим Манджари Бхаву. Я считаю, что ну как бы ваши группы, ваша катха называется Рада Дасим, то есть об этом надо. А мы какой-то ликбез, действительно, кто-то там пропал, блин, с 13-го года, блин, где-то лежит. Мы должны утопать в эмоциях с вами, как Кинкари, Манджари, вот об этом.
Я смотрю на эту русскую катха, которую Дамодар вел чудесно, да, в которую я пытался вас погрузить. И я сейчас слушаю какой-то ликбез для исконовцев, которые там первый год или неделю. Я не понимаю вообще этого. Зачем? Давайте погружаться вот в игры. У нас есть такой Садху Баба. Вы из него тянете, знаете, то, что он, блин, там 30-40 лет проповедовал. Зачем вы из него это тянете? Он сейчас в Кинкаре, он сейчас в Манджире, в Хаве. Тяните из него это, дорогие. Спасибо вам. Дайте Махарадж. Дайте я про переведу. Гуру Дев, Рада Говинда, he is, how to say, a little bit scolding us that we are like ISKCON devotees, we are taking from you this why these things, because he's saying why to lose time, why are we losing our time discussing this assignment with Krishna, we need to take from you, he's saying, we need to take from you your Manjari bhavs, moods of Radhika, of Manjaris, because you are Rasika, he's saying, that you come to Rasika, why are you taking from him all this Vaidhi, all these ISKCON things, because it seems that you must have finished all this already, why are you doing this, because this katha is not sweet, this is not proper. Now he is very unhappy and he said that I was trying to immerse you into some feeling katha, and Damodar also, he tried to immerse you in some feeling katha, but now this is very dry, what we're discussing, this is very, very dry, and he's like very in a sad mood about this. My Radha Govinda is not there. I did not see him. So I was also very sad. So I took sad mood. Я говорит, Радха Говинда сегодня. Я не знаю, вы видео включали или нет, но он говорит, в общем, я вас не видел, и я тоже сегодня в таком, видимо, настроении, потому что я вас не видел, ваше лицо. Ну да, там, знаете, как это, там Дамодара сидит, родной. Погрузи их, погрузи в эти чувства, бхаву. Махарадж этим живет, этим дышит, этим я живу. Я слушаю так, я не смел камеру открыть. Думаю, сейчас, ну я не могу про Кришну слушать. Простите меня, родненький. Ну, как бы, ну, да. И Саду Баба Махарадж, I love you. He said that he was hiding you because he cannot listen about Gurudev. It's very painful for him. He is hiding, I am hiding. He is hiding because we have some rag, anurag. And then what happened? Man. So I have a man, he has a man. Then how is coming? Тот говорит, говорит Вахи. When I know the Rasika, I have no ananda. Ой, Рада Чаран, вы слышали? Вы можете перевести? Я запутался. Он запутался. Ну, в общем, он говорит, что Радха Говинда, ты, говорит, прятался, я тоже прячусь, и у нас такая игра, и сейчас, говорит, у нас ман, потому что у нас это анурага, да, он сказал, что у нас взаимный обмен постоянно идет между нами, поэтому я, говорит, у меня, говорит, нет ананды, я тоже как-то так слышу, поэтому, может, Радха Чаран, помогайте. He was hiding Gurudev because he does not want to hear about Krishna anymore. He wants Rasika Katha, he wants about Bhavas, about Manjaris, like this. And he cannot listen to this. He also brings Krishna. So I bring Krishna to them. One day I'm listening, he is talking on Gopi Bhava. Gopi Bhava. Я, говорит, однажды слушал, вы говорили в Гопи Бхаве. Гопи Бхава? He is talking about Сахи Бхава, Гопи Бхава. Да, секунды там не было. Не это сам. Показалось.
He's saying that it's not true, Gurudev. He's saying it's not true. He didn't say in Gopi Bhava. And I know listening. Я говорю, тогда тебя я говорю, тогда тебя не слушал, потому что я слышал, что ты говорил в Гопи Бхаве, в Саки Бхаве. Гопи Бхаве, в Саки Бхаве. No, I will not listen then. Then I will also say. Книга Крупы, она как она может? Радха Говинда Гурудев saying that you are maybe wrong because he didn't meant any time to speak in Gopi Bhava because he's in Manjari. I'm recording. I can explain you. Я все записываю, говорит, могу тебе все объяснить. Ну, в следующий раз, да, я. Я удивить, я понять, возможно, да, без правильно. Это были эмоции, да, это эмоции радхи, которые наблюдала Рупа Манджари, да, которая прочувствовала, она чувствовала и радхику, и этих гопи. Но там основной кулон был, да. Возможно, я плохой чтец, да, или погружатель. Но там эмоции радхики, наша старшенькая Рупа, да, она описывала. Она вот ее состояние, что она без Кришны, она. Там смысл вот той игры, которую я зачитывал, что она кончает собой. Она входит в воду, ему и топится без него. Она не хочет жить, дышать без него вообще ни мгновения. Вот в этом было, ну, как бы, то, что я читал. Я тоже помню. У меня тоже все записано, скажите. Рады-рады. Чиран, переведите, пожалуйста. Астайбхау. You know Астайбхау. I will talk in Russian. Krishna Katha, Asthai Bhava, that I want to teach, only Manjari Katha, Radha Dasi Katha, only Radha Dasi. В общем, читаем только две книги, и все. Да, других книг не берем. Вот эти две книги, потому... больше других книг не читаем на русском зуме. Потому что Шрила Гурудев говорит, нужна Asthai Bhava, то есть утвержденность в своей природе. А для этого нужно слушать только об этой природе и развивать только эту природу, то есть Бхаву Манджари. Он меня тоже отчитал, я тоже уже получил свое здесь, так что... Понял, да. Можно... Нет, сэр! А, Баба, ответ на твой вопрос, дорогой мой. Гурудев внимательно слушает сердца всех присутствующих здесь, внимательно и бережно, поэтому не обвиняй его в его чуткости. Он очень чутко ведет аудиторию, и исходя из интересов аудитории, он служит ей, он в настроении в этом находится. Вот бережно передает Манджари Бхаву, но в той степени, в которой аудитория может ее воспринять. Поэтому будь, пожалуйста, снисходительный, ладно? Please. Рады. Хорошо, Дамодара. One thing. Кое-что еще. One day. Однажды. Джананда Махарадж. Однажды Джананда Махарадж. Last time. Последний класс. He is also talking from Utkal Kabbalari. Он говорил из Utkali Kabbalari, из книги. The Jamuna Bath or Radha Kund Bath. Омовение в Радакунде. I have to say you a story. Listen now. Radha Kunda Bath. So when Radha and Krishna went there. Как Рада и Кришна умывались в Радакунде. I say you. Radha and Krishna went there. Then Kundalata, who is in the group of Krishna, they arranged the water play. И тогда Кундалат, которая из группы Кришны, организовала их игры в воде. And in the water play, the condition fixed that who will win, they will take the kiss, and other has to give kiss. И они установили такие правила: победитель берет поцелую побежденного. Ну, короче, в общем, целуются все. Победил, проиграл. You remember the past time? All they know. Listen, I said for them.
and Sakhi don't understand this. И Сакхи этого не поняли. That anyone win or we lose, I have no problem. I will see kissing to them. И они не поняли, что и захлопали в ладоши, что проиграем мы или победим, все равно будут поцелуи. Then pastime start. You know this, that always Radhika win with Krishna. Вы знаете, always. Что всегда побеждает Радика. Всегда-всегда она одерживает победу над Кришной. And then Manjari has to help that to revive Krishna. Right? Манджари должны помочь Кришне прийти в себя. Here, Radhika lose the game. И тут Радика проиграла. Right? And Sakhi was very happy. And Krishna. Сакхи были очень счастливы. Krishna go and kiss to Radhika. Потому что Кришна пошел и поцеловал Радику. And Radhika said, no, 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 no. Right? А Радика запротестовала, сказал нет, нет. So who win the this water sports? Кто победил в этих играх в воде? One Manjari was sitting and watching. Одна Манджари сидела на берегу и наблюдала за всем. One Manjari went there. He said, Rati Manjari, what you are looking, what you see? Ее спросили, Рати, что ты видела, что произошло? He said, I see Radhika win. Она сказала, я видела, как Радика победила, а Кришна нет. He said, how? It's empty. If the Radhika is throwing water in the eyes of Krishna, then all Sakhis can start throwing because they are friends. They have to maintain that. Right? Если Радика начинает брызгаться в глаза Кришне, то все Сакхи начинают, имея с ней дружбу, начинают поддерживать ее и так же делать. But Radhika not do that. Because when she will not throw water in the eyes of Krishna, no Sakhi will do that. Но Радика этого не сделала, потому что ну, она не стала брызгать в лицо Кришне, и Сакхи тоже не стали. Right? So yeah. She did do it. And why not she do? А почему он этого не сделал? Why not she do? Because I bring thin white cloth, transparent. Thin white cloth is very transparent. Потому что она you была в очень тонких белых одеждах, которые намокая там все видно. When it will go in water, this cloth will be very transparent for the Krishna to see. Чтобы он смотрел на нее, да? И эти одежды тонкие, да, намокая, как бы когда она входит в воду, там ее форма она просвечивает. To see Krishna, all the body of Radhika, transparent, right? Возможность, да, лицезреть прекрасную форму Радики. And why not Radhika throw the water in the eyes of Krishna? Because I bring this transparent cloth to her, so she feel my feeling that now today I have to use it
and Krishna has to see me. So I now throw the watery nights. Я не поняла, Радхачаран, переведите. Что? Она говорит, то Суманджари говорит, поскольку Шримати Радика поняла, что я принесла ей специально эти тонкие белые одежды, которые от воды станут прозрачными, и что Кришна, ее возлюбленный, будет наслаждаться ее образом, ее красивым образом, Шримати Радика поняла мое намерение, и поэтому она поддалась Кришне и не стала брызгать ему в глаза, чтобы он мог видеть, потому что если она брызнула в глаза, и другие гопи брызнули в глаза, потому что они поддержали бы свою подругу, Кришна бы не смог смотреть на ее красоту. So, Manjari said, to honor my feelings, my swami, not throw the water in the eyes of Krishna. И чтобы поддержать, да, мою вот эту идею, ага, что поэтому с вами, не уважая, да, мою вот эту идею, мое служение, она не стала брызгать, чтобы, ну, мое служение принесло, да, вот. Чтобы уважить чувства мои, выразить почтение моим чувствам, Шримати Радика приняла эту игру. Здорово. Интересно. То есть она это сделала ради своей служанки, да, ради Манджари? Нет, она это делает для него. Говинда Махини, она делает для него. Он, как Дамодар, помните, они упоенно смотрят друг друга влюбленными глазами, да? И она живет для него, цветет. Служанка для этого, испытывая чувство, одела в эти прозрачные одежды. Да, и если бы он закрыл глаза, он бы не насладился. Да, Баба? Рады-рады. Для него рады, это мы для нее. Why Tulsi Manjari wants to make Shrimati Radhika lose? Because she knows Shrimati Radhika's desire that she will be winner. Wait, wait, not rush. Не торопись. And my swami knows if I win, I lose. My swami не понимает, что если я сейчас одержу победу, то я на самом деле проиграл. Because I cannot kiss, I cannot go to kiss in the presence of Sakhis to Krishna. Потому что я в присутствии своих подруг я не могу поцеловать Кришну. I cannot do this. I cannot do. Anjali is okay, but how I will do in the front of Sakhi, Lalita, Vishakha, everyone, publicly? При Манджаре еще, при Манджаре можно, но как публично при Сакхи я могу поцеловать Кришну? So if I not throw the water in the eyes of Krishna, I fulfill the desire of my Manjaris, my Rati Manjari. Если я не буду плескать в глаза Кришне, то я исполню желание моей Рати Манджари, моей служанки. She will be happy, and Krishna will be happy to see me. Она будет счастлива, служанка, и Кришна будет счастлив, видя меня, мою рупу, да, мою форму в этих одеждах. Krishna will win her, then he will not bother to kiss me in the front of all. He will not bother. А Кришна, получается, выиграет, и тогда никаких проблем не будет, что он меня, если поцелует. For me it's very difficult to do this to Krishna in the front of the gopi. Мне очень тяжело это сделать публично перед всеми гопи. This Manjari knows, and Manjaris are telling to other Manjari. Манджари это знают, и они это говорят другим Манджари. And so she is the winner because she is telling no, she can do this. But she cannot go to kiss in the front of his friend to Krishna. Поэтому она победительница. Она говоря это нет. То есть она не потеряла свое лицо. То есть ей не пришлось идти целовать вот публично Кришну испытывать. My Krishna is winner today. Саки сказали: ура, наш Кришна победил, мой Кришна победил сегодня.
And Manjari said, my Radhika is winner today. А Манджари закричали, наша Радика сегодня победила. You see, without a sthayi bhav, it's very difficult to understand Rupa Manjari's book. Такова вот калика Валари Рупа Госвами. И без стхаи бхавы, Манджари бхавы. No read any book. Невозможно понять. Может, никаких книг не читаете? Никаких. First a sthayi bhav fixed. In Manjari bhav. If you want to take rasa. Если хочешь раса, сначала зафиксируй свою стхаи бхавы, Манджари бхавы. Yes, so, yes, sir. Baba. I also with man. Understand? With you. Я тоже на тебя сержусь, я в мане с тобой. So I share my sharing to you. Manjari, Manjari, Katha. This is Manjari feeling to Manjari. Manjari, Manjari, Katha. Я выразил тебе свои чувства. Happy? Счастлив. Sweet, all sweet, Baba. More, more, adios. Rather, rather. Thank you, Baba. I love you, Baba. When I see, it comes to me. Когда я тебя увидел, пришло. Крипа, крипа. Когда я не вижу тебя, Рада Говинда, я скучаю по тебе, я хочу тебя видеть. Шрила Гурудева говорит. Да. Now is one. Awesome. This is only Рада. На хорватском зуме увидимся. Always one. Thank you, Гурудева. Простите, преданные. Если я кого-то там как-то обидел, ну... Rasky. Я Манджари, я сопливая Манджари. Расикас. Расиян ар вирели. Расика. Прем. They are searching for this. I know. Russians are very bold, I think. Он сказал... Расика, Ольга. Расика. You, Baba Rasik, I know. Дамодара Расика. Дамодара, also Расика. Рада Чаран, also Расика. A little, little Расика. No, so this time he will puff. He will cry and he will share. You will see when he will go. He will change. I will not give him to go. Это про Рада Чаран, про вас? Что он вам не даст уехать, пока вы не начнете это со слезами делиться, да? И... Это вот будет тема, да. Я этого тоже жду от Рада Чарана. Да, чтобы он не бегал к Кришне вообще в ту сторону. Рады, рады. Спасибо, Вайшнави. Thank you, Гурудев. Thank you. Свит Катха. Вот теперь Свит Катха. Спасибо, Дамодар. Рад тебя видеть. Я тоже, Баба.